Профилактические рейды МЧС – практика постоянная. Необходимость проведения акции подтверждает неутешительная статистика. За истекший период 2024 года в городе Бресте зарегистрировано 16 пожаров и погибли 5 человек. В целях реагирования на складывающуюся оперативную обстановку всеми субъектами профилактики проводится пожарно-профилактическая акция. Она проводится в период с 18 по 22 марта. В рамках проводимой акции субъекты профилактики будут посещать квартиры и жилые дома наиболее уязвимых категорий граждан. В период проведения пожарно-профилактической работы будет оказываться консультационная помощь в вопросах наведения порядка в квартирах и жилых домах и обеспечения элементарных требований в быту. Особое внимание рейдовая группа уделяет домам и квартирам, где уже происходили пожары, а также посещает одиноко проживающих пожилых граждан и многодетные семьи, чтобы не только проверить состояние их извещателей, но и оказать посильную социальную помощь. Сегодня в рамках акции мы совместно с представителями МЧС посетили несколько квартир, где проживают такие категории, как многодетные семьи, неполные семьи, также семьи одинокие, пенсионеры с первой и второй группой инвалидности. Пообщались, поговорили, провели консультацию, ответили на интересующие вопросы. Также вспомнили о правилах и о том, как обеспечить свою безопасность в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Во время рейда сотрудники МЧС осматривают дома на предмет нарушений и раздают профилактические листовки с правилами пожарной безопасности. А специалисты Белорусского добровольного пожарного общества предлагают установить пожарный извещатель, а также рассказывают, как еще можно обезопасить дом, например, с помощью нового огнетушителя. Сегодня хотел я рассказать о новых огнетушителях самосрабатывающих, с помощью которых можно обезопасить свое жилье. Вот такая сфера, которая просто при возгорании дома забрасывается в огонь, и она сама срабатывает и может тушить в зависимости от исполнения 3 до 5 кубов помещения. Неизменный и необходимый у каждого жителя в жилье, у себя дома, это должен находиться пожарный извещатель. Это верный помощник, который заблаговременно оповестит вас о пожаре. Независимо, вы будете спать или бодрствовать, вы как бы всегда услышите звук пожарного извещателя. В случае выявления нарушений в квартире или доме пожарными выдаются рекомендации и предписания ответственным лицам для устранения недостатков. Также каждый брестчанин может обратиться к спасателям по телефону 59 30 82 для проведения обследования противопожарного состояния дома или квартиры. Василина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Мандович, новости Бреста.